Лучшие педагогические проекты защитили в Когалыме. Педагоги сдавали теорию, презентовали свои обучающие программы, всего их более 20. Логопед из Лентура представила собственную методику обучения детей правильному произношению свистящих звуков. Наталья Кумаченко особое внимание уделяет артикуляционной гимнастике и укреплению мышц языка. Еще один проект касается развития мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас дома есть, например, горох, фасоль, гречка. То есть берется, раз, например, в тазик рассыпается, можно туда что-то спрятать. Или матрешку, или игрушку. Попробуй найди, например. То есть это тоже идет работа уже на развитие мелкой моторики, то есть на ощупь, на развитие дактильных чувствительных пальцев. Как дети откликаются на такие задания? Им очень нравятся такие занятия. То есть это не традиционная форма. Новые приемы, новые методы, новые способы они внедряли именно в свою педагогическую деятельность. Работы были очень на высоком уровне, интересно, и, конечно же, можно сказать, можно было перенимать опыт на основе этих работ.